Приветствую вас. Рада бы хотела говорить, что толкований снов довольно много, и, в общем-то, все они условны, потому что подразумевают под собой всегда определенную интерпретацию того, что происходит с людьми. Вот, это я все говорю к тому, чтобы вы не думали, что я претендую на истину в последней инстанции, говоря вам то, что значит ваш суть. А суть ваш означает, по моему мнению, то, что вы довольно сильно испытываете потребность в мужчине. Вы не написали, сколько вам лет, но... Определенно. Вы довольно сильно нуждаетесь в мужчине, довольно сильно вы хотите вот с ним быть, и вот есть, ну, как бы это правильно сказать, да, у вас есть потребность. Вот есть потребность в том, чтобы быть мужчиной, чтобы чувствовать его, чтобы находиться с ним в отношениях и так далее, Ну, вот есть у вас такой вот момент, такое желание, если угодно, да? Вот. И надо сказать, что это желание, оно совершенно нормально. В нем нет ничего плохого, в нем нет ничего негативного. Вот. Другое дело, опять же, понимаете, другое дело, принимаете ли вы сами, вот, принимаете ли вы сами то, что с вами происходит. Это вот уже вопрос, конечно, куда более... такой, знаете, интересный, это вопрос куда более важный, ну, на мой взгляд, конечно же, важный, вот, потому что, если, например, вы себя, допустим, не принимаете, если вы, допустим, себя не принимаете, не принимаете то, что вы имеете право, например, значит, ну, там, на мужчину вы имеете право на то, чтобы быть вместе с ним, то тогда, конечно, боюсь, что у вас имеет место быть подавленные желания, и, к сожалению, именно из-за подавления вами ваших собственных потребностей вся проблема и, по сути дела, возникает. Вот. Но в этом аспекте, в этом контексте, я бы сказал, что вам нужно просто правильно учиться реализовывать свои желания. Вот. Если вы будете это делать, то полагаю, что проблем у вас будет гораздо меньше. Но желание – это в любом случае, это всегда, значит, проявление наших желаний. То есть сны – это всегда проявление наших желаний. И вот то, что вы чувствуете, то, как вы чувствуете, да, как вы видите, значит, вот, ну, этот сон и так далее, как вы его воспринимаете, вот это вот все означает кратко, что вы хотите кратко любить и быть любимым. Вполне возможно, что вы также, ну, например, допустим, сексуально не удовлетворены. Вот.
Вполне возможно и такая ситуация, что вы сексуально не удовлетворены. Если это так, то с этим нужно отдельно работать, это нужно отдельно выявлять, почему вы не удовлетворены сексуально и что вам мешает, например, это сделать. Это уже разбор. Это разбор, и это уже психоаналитическая работа. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.